Мне вот только надо посмотреть. А. Разве это не шикарно? 24 августа 2021 год, Харьков, 20:57 по Киеву. С днем независимости украинцев, с 30-летием. Ты видишь? Я на фоне горизонта, на фоне деревьев на горизонте, это было вообще прекрасно. Вот это да! Так, ну это у нас машины просто по окружной едут. Они космические корабли бороздят. Вон в правом уголке это Юпитер. Вообще шикарно, Башида. Практически по Луне шныряют. Супер, просто супер. Вся плывет, переливается. В низких слоях земной атмосферы. Опа! Вот тебе НЛО. На здоровье. Убирай звуковой ряд. И будет тебе рядом с Луной космический объект. Это, конечно, шутка. Прошу не воспринимать это как руководство к действию. Ну, очень эффектно смотрится. Красавица. Ну, практически полная. Когда у нас там было? 22 числа было полнолуние. Сегодня 24. О, как хорошо. Ну да, так по крайней мере видно, что низко над горизонтом Луна. Так, это у нас Юпитер. Со своими четырьмя галилеевыми спутничками. Первым идет Ганимед. Самый крупный спутник Солнечной системы, дальше непосредственно Юпитер, потом Европа, Ио и Каллиста. Сейчас появится, пока нету Каллиста. Вот он, все четыре спутника у нас в кадре. Зачет. Уменьшу сейчас чуть-чуть светочувствительность. Может, повезет, увидите. Экваториальные полосы.
пожертвуем спутниками на время. Ну, в принципе, видно. Видно смутненько, но так можно различить, да? Ладно, пошли к Сатурну. Посмотрим на его шикарные колечки. И не будем оставлять Луну без внимания надолго. Сейчас. О, ветерочек поднимается, жаль. Мягкий грунт проседает под штативом. До Юпитера у нас было, ну то есть сейчас есть, 600 миллионов километров, а вот до Сатурна 1 миллиард 347 миллионов. Все, ничего не трогаю, все, что дрожит, это от ветра. Ладушки, пошли к Луне. Сейчас я всю эту красоту сниму. Чуть при других настройках светочувствительности будет у нас почетче изображение. А то это у нас 3200 ISO. И это многовато.